Привет, народ, с вами Варчик, и это видео я записываю с новым микрофоном M-Audio Uber Mic. Купил я себе такой микрофон, никто мне его не подарил, никакая компания мне не заслала, потому что, да кто я такой, тупо никто. Итак, теперь будете довольствоваться таким вот звуком в видео. На стримах звук будет немножко другой, потому что здесь я немного там чуть-чуть подхимичу. Может быть, когда-то что-то по-другому переделаю. Ну, в общем, примерно звук будет такой. И, в принципе, что я могу вам сказать? Привыкайте. По поводу контента. Какой контент нас ждет на канале? Ну, в первую очередь, я собираюсь проходить всякие разные интересные, атмосферные и клевые игры. Все те игры, в которые вы не играете, пока просто мучаетесь в своем World of Tanks. Я буду стримить World of Tanks и буду делать видосики по World of Tanks, но в тот момент, когда мне будет что сказать и что показать. Я не могу делать стрим ни из чего и видосики, и рассказывать в них бла-бла-бла, лишь бы что-нибудь. В основном сейчас топовые ведомесы по картошке так и делают. Лишь бы о чем-нибудь, какую-то там новость растянуть на 50 минут и что-то там лялякать. Кому это надо, я не знаю. Ну, конечно, не на 50 минут видосики они делают. Ну, ладно, проехали. Я такие билибердовые видосы делать не хочу. Я буду делать конкретно по какой-то теме. Если будет что сказать, какую-то свою мысль или идею, или свое мнение высказать, либо гайд какой-нибудь сделать по какому-нибудь вопросу, это я сделаю всегда. Но если будет что. А пока в картошке затишье, ничего не происходит. По поводу PUBG. В PUBG я буду играть, стримить, может быть, и видосики иногда буду делать, но я в него буду играть всегда, если мне сама игра будет это позволять. Если такие патчи, после которых невозможно находиться в игре, я буду делать какие-то перерывы. Но это очевидно, любой человек не будет ни стримить, ни играть, просто сам для себя, ни вообще что-либо делать по какой-то игре, если в ней просто невозможно находиться. Поэтому сейчас вроде более-менее микропатч вышел, и играть вроде бы можно. Поэтому пока что живем. Что будет потом с игрой, я не знаю. Разработчики в PUBG, честно говоря, странноваты, поэтому что от них ждать, фиг поймешь. Они там заняты штампованием скинов. Вроде бы какой-то фикс PUBG придумали, в котором они лечат свою игру, но, видимо, плохо лечат, скорее они ее убивают. Посмотрим, что будет дальше. Ну а сейчас, в основном, мне больше всего приятно проходить хорошие, атмосферные, классные игры. Недавно вот Ведьмака, в принципе, прошел. Там немного одно дополнение, третье или какое-то там второе, не до конца прошел, но там, в принципе, уже почти все пройдено. Очень сильно понравилась игра, вообще огонь. Если вы не прошли Ведьмака в этой жизни, то вы, в принципе, прожили жизнь зря. Дальше я сейчас прохожу Assassin's Creed Odyssey. Очень мне нравится игра, офигенно, все в ней классно. Правда, вот единственный минус в ней, FPS не особо большой. И обидно, что вроде бы не самое последнее железо, а FPS 40-50. В принципе, когда играешь, не особо это заметно. Игра особо FPS не требует, это не шутер. Играть можно, ничего не фризит, но когда смотришь на циферку FPS, немного что-то кровь залазит. А так, в принципе, игра тупо пушка. Буду ее пока что проходить. Также еще 14 числа выйдет Fallout 76, который уже у нас имеется на компьютере и ждет своего времени. Сейчас там иногда включают бета-тест, иногда на несколько часов какие-то там обновления, что-то исправляют, переделывают. Игра, в принципе, готовится к тому, чтобы 14 числа выйти в релиз, и мы будем ее тоже играть, проходить. Также еще в следующем году куча других игр нас ждет. Ну, а пока проходим игры и параллельно смотрим, что там у нас в PUBG-ах, в World of Tanks'ах, и перемешиваем вот так вот контент. В принципе, вот что я вам хотел сказать, что нас ждет. Нас ждет новый микрофон, прохождение игр, ну и освещение каких-нибудь событий в танках и в PUBG. Плюс еще стримы
и по прохождениям, и по танкам, и по пубгам, и видосики. То же самое, в принципе, здесь есть что смотреть, есть с кем общаться. Единственная моя просьба, ну не смотрите вы только одни танки. Я не понимаю людей, которые смотрят только танки и больше ничего. Я вообще вас не понимаю. По другим играм, когда стрим проходит, там все то же самое. Тот же самый стример, тот же самый канал. Люди в чатике основные, которые часто приходят, они те же самые. Общение в чате то же самое. Я не понимаю, что вы там в тех танках смотрите. Что вы там пытаетесь разглядеть? 8 лет танчик по экрану ездит, делает пух-пух на ЛКМ. Все. Вы угораете на одних и тех же картах. Ну ладно. Если вам прямо уж так сильно хочется танки смотреть, то смотрите только танки. Я вам указывать не могу, но я вас не понимаю. Мне обидно, что вы смотрите не меня, а какие-то дебильные танки на экранчике. В принципе, все. С вами был Варчик, играть красиво, пока.